Благоустройство якорного парка в Петрозаводске в рамках программы формирования комфортной городской среды завершено. Здесь соседствуют качели, карусели, песочница. Весь игровой комплекс выполнен в морской стилистике со светящимся маяком. Для меня неожиданно интересная она получилась, потому что когда ты видишь это на картинках или читаешь, это одно. А когда ты видишь вживую, что получилось, и видишь уже детей, которые этим все пользуются, это совершенно другое. Конечно, я в очередной раз хочу сказать нашим жителям спасибо за то, что они голосовали за эту площадку, и призвать быть активными и впредь, и всегда участвовать в жизни города, потому что только вместе, идя вперед, мы что-то поменяем в нашем социально-экономическом развитии Петрозаводска как столицы. Ну, я думаю, что видим, вот голосуют уже, как говорится, юные петрозаводчане за, поэтому хорошая история. Надо будет подумать вместе с коллегами, как, значит, в рамках нашей общей концепции делать дорожки там, где их уже протоптали люди, доработать кое-что. И вот только что с Юлией Ивановной Мезенковой проговорили о необходимости найти еще сопутствующее решение по освещению, чтобы у нас не получалось так, что он тут был в темноте. Это сделаем. Поэтому тогда вот будет красивая история. Мы видим результат наших совместных трудов горожан, депутатов, администрации. И мне кажется, более лучшего доказательства того, что вместе мы можем достичь чего-то большего, нет. Стоимость объекта 2 миллиона 660 тысяч. Деньги получены из республиканского бюджета на социально-экономическое развитие города Петрозаводска.